Здравствуйте, друзья. По техническим причинам прямая трансляция не случилась, поэтому включил камеру и тупо делаю видяшку, что у нас получится. В общем, розыгрыш образцов Урала. Если вы помните, участвуют те, кто оставил комментарий под этим видео до 1 октября. Таких у нас набралось 36 каналов. 36 каналов, вот они, занумерованы в списке от 1 до 36. То есть, какая цифра в генераторе в случайных чисел выпадет, те, значит... Вот один из них. Так, ну это закроем. Так, ну я хочу сказать два слова о каналах, о сайтах, с которых я брал образцы. Это два сайта. Минерал Урала. Вот я коротенько в двух словах. Вот он. Минерал Урала в английскими буквами, в английской транскрипции. Или по-русски в поисковике можно найти. Здесь, значит, минералы, ну, от 5 рублей есть даже бесплатные для начинающих любителей, самое то будет. Вот до 100 рублей, например. Есть даже где-то до 20 рублей. Вот до 100 тоже несколько. Вот до 20 рублей. Есть... Продают то, не знаю, что это, те материалы, которые я не мог, сам не смог диагностировать. Но тут практически все продано, но я постепенно добавляю их туда. И на этом сайте есть интересная фишка. Сейчас на главную страницу зайду. Ну, это список, кто сегодня участвует на сайте ВЭШ. Вот здесь есть ссылочка в Google Maps на карту. Если кто-то будет в наших краях или захотите посетить копии некоторые, здесь есть точные координаты. Ну вот, например, вот я курсором навел Кобзанора. Нажимаете, здесь экран, включайте видео, можете смотреть, как добраться до туда, какие минералы там. Вот эти дальше пошли. А слева этого квадрата, это точная привязка к GPS, как бы туда добраться. Эта карта пополняется несколько, ну вот, например, Коп-щель. Пожалуйста, тоже включили, посмотрели. Внизу также вот эта вот ссылочка на координат. Вот сама ты. Ну вот и так далее. Жила дровитовитовая на Липовке. То же самое. И координаты слева внизу. Еще один сайт, это сайт Перелифт, слева вверху, видите, Перелифт. Перелифт шайтанский, но минералы разные. Здесь они, правда, сгруппированы по-другому, там от цены на том сайте Минерал Урала. А здесь на этом по месторождениям, ну, вот, например, кварц с исключением актинолита асбеста, коллекция минералов Баженовского месторождения, коллекция минералов Уральских гор, знаки зодиака, маленькие да удаленькие, это маленькие минералы, рубилитики там и аквамарины. Так, минералы озерного, ну это я набирать сейчас буду. Образцы, образцы. Вот есть крупные образцы, что-то продано уже. О,
пожалуйста. 42 килограмма образец сразу ушел. Первомайска, Зверевское месторождение, крокоита. Тоже образцы есть свежие, пополню. Так, ну ладно, ближе, как говорят, к делу. Так, на каком-то сайте нашел я генератор случайных, псевдослучайных чисел. Вот, смотрим. Так, ну давайте попробуем поставить 0. И 0. 0. Вот так вот с нуля начнем. То есть у нас зарегистрировалось 36. Победитель 1 с 1 до 36. Так, ну смотрим, какое число. 17. То есть победитель у нас, значит, под номером 17. Так, список открываем. 15, 16, 17. Если не ошибаюсь, Римма Аликина. Сейчас посмотрим, где у нас она. Так, 17, Римма Аликина. Так, сейчас поищем. Турим Гаткин. Так. Идем дальше. Идем дальше. Не вижу, не вижу. Где у нас Римма Аликина? Потерялась. Не хочет, наверное, чтоб я ей приз бесплатно выслал. Так, смотрим. Ну нет Риммы Аликиной, это что такое, а? Где же ты, Римма Аликина? О, вот. Так, зайдем на ее. Вот, пожалуйста, это ее канал. Все, Римма Аликина, ждите от меня весточку. Поздравляю Римму Аликину, поздравляю всех участников, надеюсь, что эти розыгрыши образцов с этих двух сайтов будут регулярными. Всего доброго. До свидания.